Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня я приехал в лес за грибами. Недавно я здесь был. Оставил боровичок расти. Сегодня я решил его забрать. Вот тут где-то он. Если его не сорвали, пройдем посмотрим. Ага. Вижу. Вон, видите, да? Вот он. Вот он. Вот он, боровичок. Дождался меня. Подрос. Ну, иди к нам. Да. Вымахал он за эти дни. Охота мне маленьких набрать. Мы обычно их все сушим. А сейчас решили замариновать. Но я поеду дальше сейчас. Там у меня 3 штуки оставались. Если не сорвали, я вам их покажу. Вот скажете, какой мужик запасливый. Увидал, оставил, потом сорвал. Да, вот такие мы. Когда надо, берем. Когда не надо, маленькие в основном оставляем. Пусть растут. Вот такой вот вымахал. Мы едем дальше. Вот еще рядышком нашел. Ну, это большой. Оставлю. Очень большой. Пусть растет. Едем искать. Вот, друзья мои. Еду, смотрю вдоль дороги. Растут мухоморы. Вон их сколько. Ну, остановился, пошел лес. И вот, пожалуйста. Вот белый гриб. Вот так мухоморы указывают дорогу к белым грибам. Но он уже переросток. Я рвать не буду. Мне нужны крепенькие такие. Сейчас вот пройдем. Я так огляделся. И что вижу? Вот мухомор. И вот белый гриб. Да, видно? Вот тут его немножко кушал. Ну, в общем-то, довольно-таки молодой, крепенький. Берем. Вот, друзья мои, осенние маслята. Ну, прям как белые грибы. Издалека подумал, что это белые. Подошел, а это маслята. Смотри, какой у нас лес. О! И небо голубое. Такая красота. А где гулять-то? В уральском лесу. Ну, идем. Ну, интересно, друзья мои. Было здесь недельку, наверное. Да нет, поменьше. Снимал их. Думал, что это белые грибы. Они были маленькие-маленькие. Я думаю, подрастут, я их сорву. А оказалось, что это маслята. Ну, пройдем. Поищем. Здесь должны быть белые. Может, найдем. Не найдем, тоже неплохо. 2 есть, хватит уже на баночку. Даже далеко ходить не надо. Вон у меня мотоцикл. И вот, огляделся я. Вот такой вот боровичок. Посмотрим мы его. Ну вот опять белый. Ну, великанище. Не буду я тебя брать. Мне надо маленьких. Расти, дружок. Расти. Ух. Какой у нас лес. Красота. Полно всяких грибов. Вот и грузди нашел, и рыжики. А уж маслят, я не говорю. А белые вот такие вот. Ну,
Поедем искать. Посмотрите, друзья мои, какие грузди громадные. Это вообще зажигалку положил. Да. Сравнение. Вот такие вот. Тут вот еще один. Такой громадина. Сейчас посмотрю. Самый большой срежу. Если он хороший. Точнее, маленький срежу. Если они хорошие, которые поменьше, срежу. Если они хорошие, значит, и большие срежу. Нет, значит, нет. Такие вот. Вот один средний. Идеальный. Самый большой. В общем, тоже ничего, но немножко там. Я уже такие не беру. А я тут резать не буду. Сейчас его замаскирую. Вообще я большие не особо люблю собирать. Не надо мариновать. Хоть чтобы были средненькие. Берем этот. Тот прячем. Тут уже тоже все спрятал. Ничего не видно. Посмотрите, какой грусть нашел. Я его уже срезал. Сейчас переверну, покажу. Шикарный. Вот еще один вижу. Сейчас подойдем, посмотрим. Даже не один, а два. Вот. Видите, какой. И вот. Замаскировался. Вот. Ну, посмотрим сейчас их. Ну, шикарные, конечно, грузди. Вот их два я вам показал. Тут рядышком с первым еще один был. Берем такие находочки. Любимые грузди. Да тут их целая семейка. Вот еще три. Главное дело, друзья, правильно собирать. Их вот сверху не видно. Надо немножко на коленочки вставать, поклоняться лесным духом, тогда их будет видно, а сверху их и не увидишь. Вот такие вот красавчики. Но факт, что они хорошие, 100%. Проверим сейчас. Да, друзья мои, ошибся Владимир, 100%. Не 100, а 50. Вот эти два. Такие вот. Я такие не беру. На все в сухом месте в таком должны быть все хорошие. Ну, увы. Этому мы рады. Два берем. Ну, друзья мои. Все на одном месте. Внимательно, внимательно. Вот на коленочках сижу и наблюдаю. Вот такое она наблюдал. Ну, будем рвать. Не буду говорить про проценты. Сорвем. Ну, не стал говорить про проценты. И правильно сделал. Вот 4 идеальных. Вот такой вот маленький. Видите уже. Все, такие я не беру. Вот, рядом дождевички растут. Ну, собираем. Радует такой процесс. Тихая охота. Вот, друзья мои, под кылочками. Такие грибочки. В общем-то, я переключился уже на грузди. Белые подождут. Надо за ними в другое место ехать. Вот. Видите, как я их ищу. Надо насобирать груздей. Ну, порадовали. Идеальные.
Берем. Вот такой гигант грусть вымахал. Ну, пусть стоит. Такие большие я не беру. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мной. Собирали мы грибы. Начали мы с боровиков. Ну, закончили груздями. Всем пока. Всем мира и добра. Удачи. Берегите себя и своих близких. С вами был Владимир. Пока-пока.